Эй, я опоздал. Доброе утро или вечер? А, неважно. Проверишь нейросенсоры? Время отклика слишком велико. Хорошо. Нужно меньше 3 миллисекунд. Я сделал, док. 2,8 миллисекунды. Хорошо поработал. Это почти что успех. Это почти что невероятно! Вам нужна помощь? Да. Доктор, в чем дело? Уже стало заметно. Доктора называют это нейродегенеративным расстройством, вызванным регулярной работой с токсичными веществами в молодости. Простите, я могу что-нибудь сделать? Ты уже делаешь? Самое ужасное, это влияет только на мышцы. Разум продолжает работать, а вот действовать нет. Об этом знаешь только ты, Питер. Пусть так и остается. Конечно. А, если ты захочешь найти другую работу... Я пришел работать сюда из-за того, что у вас вот тут. И оно никуда не денется. И я тоже. А, Питер, чуть не забыл. Я прочитал увлекательную статью на тему будущего нейронных интерфейсов. Я посмотрю! Спасибо, док! Доку нравятся такие штуки. Использовал их в аспирантуре, когда работал с радиоактивными изотопами. Говорит, они держат его в узде. Я тут бывало неделями ночевал. Хорошо, что тут всегда есть еда. Жаль, док перестал покупать сырные чипсы. Нужно разработать 2 части прибора. Первый будет уникальный протез, модульная система микрокабелей. Она должна уметь собираться в любую форму по желанию пользователя. А второй станет... И это, Питер, и правда гениальная идея. Нейронный интерфейс, подключенный напрямую к подкорковым узлам. Представляешь, сигнал из мозга будет менять реальность. Это уже не просто протезирование, Питер. Это позволит нам выйти за границы возможностей. Скоро мы все сможем воплощать любые наши мечты, как это делает твой друг-паук.
Что это, док? Никогда не видел такой материал. Это можно использовать для сварки. Мы получим качественную магнитную изоляцию и ограничим взаимные помехи между интерфейсом и руками. Буду скучать по его роже. Электро был первым реальным суперзлодеем, с которым я дрался. До него мне в прошлый раз, когда я дрался со Скорпионом, он спросил, видел ли я свой череп изнутри. И предложил показать. Такой шутник! Подключается напрямую к базальному ядру. Интересно, но опасно. Не знаю, док! Чтобы сработало, нужен массив волокон из галлия! И все равно велика опасность травм! Галлий, гениально! Ради этого я готов на риски. Мы справимся. Питер начинает подозревать. Не показывает вида, но я знаю. Он видел мой тик. Заметил, как сложно мне стало передвигаться. Что ж, я сам нанял гения в помощники. Конечно, он догадался. Но мне нужно время. Моя работа поможет миллионам людей. Спасет миллионы жизней. И мою, возможно, тоже. Мне просто нужно время. Доктор серьезно болен. На этой стадии он за год потеряет способность ходить. А если поторопимся, внутричерепной имплант может сделать все еще хуже. Даже изменить его личность. Мы должны быть осторожны. А, док, простите, моя тетя написала... Не переживай, Питер. Я сам хотел сделать перерыв. Вот только проверю телеметрию. Спасибо. Вернусь через пару... Ты чё тут забыл? О, да ты боец! Твоя последняя ошибка, говнюк. Че? И давно нужна целая армия, чтобы ограбить подростка. Больно? Человек-паук! Замечательный Человек-паук! Великолепный Человек-паук! Да, и всякие прилагательные, которые любит Джеймсон. Слушай, ты молодец, но пусть в другой раз драться будут профи, окей? А что, если их не будет рядом? Ну, нельзя ж просто бросаться на парня вдвое крупнее. То есть, пойми правильно. Я вечно дерусь с парнями сильнее меня, но в этом случае... А, как в тот раз с носорогом на Бруклинском мосту? Это было здорово! Отличный пример. Если твой противник больше, ты будь быстрее. Ясно? Ясно, но тебе легко говорить. Прости, я не умею, как ты.
Ладно, давай. Серьезно? Ага, ну же. Для начала, не дай адреналину тобой завладеть. Дыши медленно, глубоко, расслабься. Разверни бедра. Первый шаг оставь врагу. Теперь ноги. И когда он наклонится, ищи, куда ударить. Бум. Вот так? Да. Да, вот так. Ага. В этот раз бей как следует. Прямо в челюсть. Ладно. Я справлюсь. Да, вот чё... Прости. Нет, нет. Нет. Порядок. Продолжай так же, и все получится. Ладно. Урок закончен. Мне пора. Эй! Класс. Спасибо. Обращайся. Я врезал Человеку-пауку. До приюта несколько шагов. Эй, Майлз, как оно? Чувак, не поверишь! Только что встретил человека... Что? С ума сойти! Показал наше приложение для взлома? Вот черт! Совсем забыл! Отстой! Он бы точно купил его у тебя, и мы бы прославились! Да, покажу в следующий раз. Надо идти, обещал маме не опаздывать. А, давай, пока. Фермерский рынок. Тут можно срезать. Проходите, проходите. Won't stop today. Нет, но если так говорить, а как еще скажешь? Меньше туристов. Это меняет ситуацию. Как тебе декаданс спа за полцены? О-о. Всем достать паспорта и приготовиться к проверке. Вы что, издеваетесь? Тут вечности не хватит. Если бы не тот дрон, прыгнул бы через забор. Знаете кого-нибудь по имени Мартин Ли? Вы видели его? Эй, да это проще простого. Системы Соболи удивительно не защищены. Мне пора. Не стоит мне им попадаться. Так, посмотрим. Я могу пролезть под воротами слева или забраться на леса справа. Дыши ровно. Ты его отвлечешь. Видишь? Может, ты прав, пропустить вас? Я получаю много звонков об этом отряде Sobel International, который помогает полиции расследовать взрывы в ратуше. У меня на линии Кен с парой мыслей. Кен, вы в эфире шоу Джей Джона Джеймсона. Ну, во-первых, для меня честь стать частью вашего шоу. Спасибо, Кен. Буду рад подарить вам копию моей новой книги Джей Джона Джеймсона. Книга у меня уже есть, а можно мне вместо нее футболку с Лобби? У меня есть приятель, ну все, который говорит, что Лобби... Ковырвался. Вот же ж... А, привет, мам. Привет, милый. Ты успешно добрался до приюта Пир? А, да, почти на месте. Майлз, тебе не обязательно работать в этом приюте. Ты же послала меня. Нет, я предложила выбор. Ага, и это лучше психотерапии. То есть врач мне помог. Сказал, у каждого свой способ справляться с переживаниями. Мой таков. Хорошо, прости. Мам. Да? Я не хочу об этом говорить, но я все равно тебя люблю. Родной мой, я так тебя люблю. Мы со всем справимся, да? Я пойду. Позвоню, как пойду домой.
лица демонов. Пожалуйста, продолжайте дышать. Я скоро, мистер Ходжес. Эй, Майлз, Пит! Пит, прости, что опоздал. Нет, нет, я рад, что ты тут. Ладно, так, чем могу помочь? Думаю, для начала тебе надо просто тут осмотреться, познакомиться с людьми. И знаешь, все тут любят кофе. Кофе, ну да. Я скоро вернусь, посмотрю, как ты, хорошо? Да. Не бойся мистера Ходжеса. Он не кусается. Обычно. Правда? Кофе? Можно. Помочь? Только если знаешь, что такое кварк. Субатомная частица. Такой кирпичик, из него состоят протоны, нейтроны, адроны. Субатомный. Подходит. Ты молодец. Просто мусор. Дерьмо! О, чертов хлам! А можно я посмотрю? А? О, у нас стоят ЛТ в школе. Я знаю, что делать, если они... Что? Не, надо просто треснуть, как следует. И заработай. Или это просто кабель отошел. Ну да, ну да. Будь так добр, мистер Всезнайка. Ну, вперед. Продолжают поступать соболезнования в связи с гибелью Джефферсона Дэвиса, героя, погибшего во время взрывов у ратуши. Сообщается, что он пожертвовал собой, чтобы спасти других людей. Эй, новичок, у меня пусто. Герой. Что геройского в том, чтобы взорваться? Эй, Эрни, смотрю, ты знаком с Майлзом. Он теперь будет нам тут помогать. Может, слышал про его отца, Джефферсона Дэвиса? Удивительно, что, несмотря на то, через что он сейчас проходит, он нашел время нам помочь. Не правда ли? Да, да. Спасибо. Эй, парень. Жаль твоего отца. Идем, Майлз. Посмотрим, не нужна ли тете помощь на кухне. Эй, Мэй. Мне пора бежать, но... Я привел тебе помощника. О, Майлз, рада встрече. Ну, бери фартук, мой руки, и я все покажу. Эй, Питер. Спасибо тебе за все. Ага. Почти полдень. Соболь должен уже вывозить доктора Майклза. Отправлюсь в Бауэри и найду его. Боюсь, у нас устаревшие компьютеры. Не страшно. Возможно, я смогу заставить их работать быстрее. Пропитер, будь осторожен. Майлз сказал, что патрули Соболя настроены очень серьезно. Это чтобы вернуть ребенка.